Вторая версия моего Гиперлапс устройства для Gears 360, чтобы снимать сферические панорамы, сферические Гиперлапс видео. Вешать, тут у меня где-то первая версия, она была, по ней проходила здесь линия, здесь гер вешался, и он довольно был нестабильный, шатался так немножко, но шатался, и шатался, получается, не по оси оптики. В данном же случае у меня все идет через эти подшипники маленькие, будут проходить веревка спектра самая крепкая, очень тонкая. Проходят они через ось, то есть если так будет болтаться по оси, это застабилизируется, я стабилизировать буду в автопана видео, скорее всего. Если так, то шевелиться будет по оси тоже, и это тоже стабилизируется. Собрано на шаговом двигателе. У двигателя драйвер встроенный был очень большой, поэтому подобрали совсем маленький, чтобы уместить в слепых зонах. На Arduino работает, программку написали. Можно менять скорости, три скорости и реверс можно включать. Это если мы включим, он пойдет крутиться. Это наш. Можно реверс, можно паузу делать. Все, что находится здесь, оно абсолютно слепой, все абсолютно в слепой зоне. Камера его не видит, поэтому можно спокойно снимать и стичить без каких-либо проблем. Батареи обычная от авиамоделистов, там летал на самолете, когда-то осталась батарея. Чтобы батарея не разряжалась, она обязательно у меня мониторится, это уже в этой версии. Мониторится на то, какой у нее разряд, там 3-5 вольта, и она автоматически, система выключится, чтобы не разрядить батарею и не убить ее полностью. Ну вот, как-то так будем пробовать, что у нас теперь с этой версией получится, насколько стабильно и интересно видео. Я пробовал уже телепать ее во всех направлениях, там, как она дергаться будет или не дергаться. Оно очень хорошо стабилизироваться может. Так вот, счастливо.